Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся «Полезные вещи для Нивы», ВАЗ-2131. И сегодня мы поговорим, я как называю шутку, секретное место в Ниве, которое тоже можно использовать с толком. Давайте рассмотрим, можно в любой другой машине. Это вот такой солнцезащитный козырек. Здесь есть вот такой кармашек, чтобы можно было что-то положить. И я этот кармашек использую тоже очень полезно. Почему? Потому что на природе, на рыбалке бывает, нужны швейные наборчики, например, что-то зашить. Сейчас я вам покажу. Во-первых, здесь у меня есть ручка, есть карандаш. Карандаш подточить у меня тоже есть. А нож. Что есть дальше? Смотрите, у меня вот такой вот есть наборчик. Сейчас я вам покажу. Тоже полезно все это возить в машине, потому что здесь самое... Смотрите, это огниво, вечная спичка, огонь, чтобы можно было что-то разжечь. Далее тут всякие, всевозможных много таких вот. Это ремкомплект из моих охотничьих рыболовных костюмов, чтобы что-то подшить. И далее еще одна зажигалка. То есть у нас есть огонь, здесь что-то прочистить, где-то вот что-то в зарядке, например. Плохо работает зарядочка, тоже полезная вещь, прочистить. И далее два швейных набора. То есть всегда, чтобы у нас был, посмотрите, здесь есть булавки, пуговицы, иголка и нитки. То есть всегда нужно тоже так, пуговички, иголочки и нитки. Самое необходимое, вот и бывает, куча раз мне нужно было иголка на природе, чтобы зашить, я рвал шорты, штаны. А так раз, мы зашили, все сделали, иголочка тоже нужна, тоже необходима на природе, чтобы что-то прочистить. Складываю на место, место это практически не занимает, но мы знаем, что у нас это в машине есть. Швейный набор и тоже дополнительный огонь, чтобы если что-то разжечь. Иногда бывало, что раньше я когда про это не думал, даже в машине не мог найти элементарно спичек, чтобы что-то зажечь. А сейчас аккуратно, вот посмотрите, опять это все дело убираю. И убираем карандаш, что-то записать. У меня тоже есть блокнотик отдельно. Карандаш, ручка. Мы знаем карандаш, ручка. Мы знаем, где лежит наш швейный набор. Видите? Все надежно крепится. Вот такое вот секретное место в Ниве. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм и мою группу о рыбалке, кулинарии ВКонтакте. Ссылочки будут в описании. Всем пока!